Привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами 5 интересных фактов о Лондоне, которые вы, вероятно, не знаете. Давай начнем. В Лондоне говорят на более чем 300 языках. Мы все знаем, Лондон очень интернациональный город, международный город, international city. Но это дает вам представление о том, насколько сильно. Лондонский университет первым разрешил женщинам учиться. Can you imagine this? So London was the first city to allow women to study. Мне очень нравится этот забавный лондонский факт. So раньше университет была только для мужчин. И лондонский университет первым разрешил женщинам поступать в университет. Рождественские ёлки на Трафальгарской площади, in Trafalgar Square, in London, была подарена Норвегии с 1947 года. So since 1947, so Norway every year give London a Christmas tree and they put it on the square in Trafalgar Square. If you are familiar with this place, London был основан римлянами. So it was discovered by the Roman. And меня очень нравится это забавный факт. Город Лондон был основан римлянами и первоначально назывался Лондониум. Лондониум. So it was called Лондониум first and then it becomes London. Биг Бен на самом деле имя колокола. So the actual name for the Big Ben refers to the bells, if you don't understand my Russian broken accent. Okay? Башня с часами называется Башня Елизаветы. So the tower with the clock called the Elizabeth Tower. Так что учитывая, что вы на самом деле не видите колокол, the bell, люди действительно должны сказать Башня Елизаветы. Это все на сегодня. И извинения за мой сломанный русский акцент. So apology for my broken accent. See you next time.